Теле-теле тролливали, это нам не задавали, это мы не проходили. Пам-пам-пам. Ну, блять, какой открывает. Так, ты стоишь у нас ОКД, это, по-моему, первый. Октябрьская. Я понял. Ну это в сторону, короче, этой самой речной, понял. Блин. Да, правильно, ругай ее. Вот он сейчас открылся нормально, светофора, не знаю, что его. 78-й маршрут. Я 78-й. Разрешающим показания УКД, прибывайте на 14 тонн и далее под подразделениями ветра, следуйте в депо, прибывайте на 5-й канал А2, дальше. Идите Харьков. Повторите еще раз. Чё ещё? Да забей, это короче. Нам. Таврон, ты заметил? Да. Это мы так припарковались, слышишь? Ну ладно. С другой стороны, посмотри, красиво залег. Это... У нас так на вагоны выдавливаются этими тормозными, этими, как они... Ой. Ну, короче, на этих самых, когда идут... Таврон, ты на не горке. Парься, не вырубай, иди сюда, Таврон, слышь? Давай угарнем. Куда? Ну вот сюда. Смотри. Поехали. Все, пиздас. Она не может повернуться, застряла. Эти системы сломали. Не, я думал, ей похуй, она будет крутиться, она тоже стопорится. Ну, она физическая. Ну да, если сейчас там вертушка будет летать. Во-во, первый вагон. Несло, смотри. Посмотри, какая сильная. Смотри, срывает его. Ну, мощный, да, что? Нихуя. Стоп, это ты сделал? Первый вагон сейчас ты трогал? Че я не трогал? Блять, надо помочь, короче, а то тут колеса застряли. О, все. Неудачный разворот состава. Смотри. Чего? За хуйня творит, ты говоришь. Не понял. Хуйня, говорю, творит. Ну давай, один лег. Надо еще раз крутануть. Но. Вот. А, на назад. Блядь. А назад как быстро, смотри, слышь. Интересно, выпрыгнет в том числе. Че? Выпрыгнет, говорю, а нет. Не знаю, мне кажется, его зажмет. А, опс. А эту хуйню как-то можно сломать? Интересно, а есть в метро какие-то резины, которые бы, ну, реально утащили бы состав в 6 вагон? 8 вагоны, как правило. Ну, 6 или 8. У нас в метро станции как минимум составляют, максимум это 5 вагонов. 4 вагонники, пока нам говорят, 5 вагонов хотели это сделать, но что-то говорят, в смысле. Сейчас ждем Дрейка. Да вон он где-нибудь.
что это за... Тут какая-то хуйня, есть вкладка Untime Can этот. Как называется, сука? Controls. Это что такое, Тавр, не знаешь? Слышь? Про Entity? В утилитах там есть внизу Untime Controls. Что? Короче, что-то у тебя, просто с моей стороны. Но мое здесь не может стоять, потому что загружается только то, что стоит на сервере. Нет, может все что-то стоять еще и на клиенте. Но она не будет работать на серваке. Я прав, Таврон? Она не будет работать на клиенте. Ну вот, я прав. Она работает. Она может отображаться у тебя в вкладке, но она не будет работать здесь, потому что она здесь неактивна, ее здесь нету. Ты сейчас типа в ворот хочешь въебаться? Нет, слишком легко закрыл, я же открывал. Второй раз открываем по ворота. Ты залетаешь, там 20 километров что ли, ебанулся. Ну извини, я на синхронике буду, здесь больше никак ничего не сделаешь. Я даже не остановлюсь теперь. Я реально не остановлюсь. Лузер. А у него пневмотормозов не существует. Ну ты же сейчас пневматикой тормозил. Ну блин, пока тумблер не нашел. Так все-таки они есть. Если бы их не существовало, а тумблер был бы, все равно бы они не сработали, потому что бы и не было. Не, пневматика всегда есть, потому что электроника ты не можешь становиться до нуля. Что нету, ну а пневматика-то есть, правильно? Ой, я что-то зажал. Нет, на асинхронике вроде как раз таки электрика до нуля тормозит. Ну не знаю. Так, надо стартнуть карту, точнее не карту, а сервер, потому что вы информатор заработал. Попробуй, товарищ, попробуй. Конфликт идет.